Вы опережаете только по количеству частных клиник, больниц, Саратов. Но это опять о чем говорит? С людей деньги собираются, а свою больницу в запустение привели. В хирургии потолок проваливается. Врачей не хватает, все развалили. Но только вопрос, от этого людям-то будет лучше или хуже? А у нас с вами никто не отменял норму Конституции. Бесплатное здравоохранение. В следующий раз пойдем в больницу. Министра сюда отправляйте здравоохранение, потому что это областные полномочия. А так у них все хорошо. На этой стороне улицы больница центральная, районная, государственная. Через дорогу частная, другая частная. И все это в одной семье или в двух, может, в трех трудится. И направляют потоки к себе, в частную клинику. Понимаете, о чем речь идет? Петровск участвует в трех федеральных программах, проект по благоустройство, создание пляжа и сохранение объектов историко-культурного наследия, огорчает одно. Тяжело это все дается. Выполнение должно быть уже 70%, а у них оно по бумагам 5%, а на деле оказалось 1%. Но это о чем говорит? Это от кого зависит? От главы района. Да, и от губернатора. Потому что губернатор должен его снять и больше не брать на работу никуда. Это зависит от прокурора, который, понимая это, должен был взять, и меры прокурорского реагирования. Есть у вас такие полномочия? Есть. Взял и написал.